Кайтбординг вполне себе семейный спорт, и все больше молодых райдеров появляются на спотах. Появление специальных детских моделей давно оправдало себя. Kite Plate Tiny Beast – маленький монстр, выпускается в двух размерах – 4 и 6 метров. К нам на тесты попал 6-метровый размер. Купол среднего удлинения с тремя поперечными баллонами и накачкой Max Flow. Может и нет особой необходимости в таком большом отверстии, как на Max Flow, когда диаметр шланга все равно уже. Но накачивать кайт – одно удовольствие, легко и быстро, так что справится даже ребенок. Стандартная планка для Blade с очень большим ходом. D-Power удобен для невысоких райдеров, быстро сбрасывает тягу. А чтобы не приходилось тянуться за планкой, используется фиксатор. Легкий купол адаптирован для слабого ветра и, важно, страховка надежно срабатывает при этом. Вытягивается одна из силовых строп, гарантированно лишая маленького монстра тяги. Play Tiny Beast понятен и стабилен, ровная тяга без неожиданностей. Без особого разгона идет на ветер. Легкий перезапуск простит частые ошибки. Понравилось, что для разворота купола не надо сильно вытягивать боковую стропу. Прыжки с переводом кайта для взрослого потребуют очень сильного ветра. В достаточный ветер хорошее зависание удается добиться благодаря понятному управлению. Понравилось прыгать в ванхуке. Купол остается стабильным в положении на руках. Сильный ветер на порывах пригодится быстрый D-Power. Это поможет на волне почувствовать себя серфером, полностью сбросив тягу. Также быстрый сброс тяги и устойчивый слабый ветер понравится в сочетании с гидрофойлом. Blade Tiny Beast 6 метров действительно детский кайт, простой и надежный, учитывающий особенности юных райдеров. Отлично подходит на роль учебного кайта и для взрослых новичков, которым тоже пригодится его стабильность в очень широком ветровом диапазоне.